Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. Вот. Очень многие подписчики и зрители моего канала просят не прекращать рубрику «Готовит холостяк». Она, кстати, очень-очень многим понравилась. Вот, что он нам сегодня прислал, что он там готовил. Так, на столе я вижу ингредиенты. Крабовые палочки, ну, это не крабовые палочки, как он сказал, а имитация крабовых палочек. Яйца, подсолнечное масло, сковородку. Так, мы будем уже жарить. Я же проговорила. Так, лучок резанный, вдолечку, много лука. А что там еще? А, еще и яблочки. Очень-очень любит добавлять везде яблочки. Так, ну вот сейчас все прожарил, зажарил. Да, сковородочки, овощи зажарил. Он очень-очень любит овощи, я вам же говорила. Так, и все яйца, по-моему, да? Замутил туда все яйца. Да, вот он не просто яичницу жарит, а, как можно сказать, даже овощную яичницу. Ну, так любит вот человек. Не по кулинарным книгам, не особо какой-то там рецепт прям придерживается, а вот то, что он любит. Вот он любит так кушать, он любит так готовить. И очень... Ох, а перца... Ой, не могу. Сколько ж можно перца сыпать? Не, ну специй очень много. Это... Надо ж, какие у людей разные вкусы, да? Он, наверное, в Индии... Я очень часто смотрю индийские, ну, не так часто, но вообще смотрю индийских блогеров. И вот они показывают индийскую еду. И тоже, между прочим, очень много яиц едят. И овощи, специи очень-очень много добавляют. Они даже иногда говорят, дети вот не любят острое там, или я... Вот не ем острое, а в основном у них очень острая пища. И вот наш готовит холостяк. Тоже очень любит очень много овощей. Между прочим, я заметила, он во многие блюда тоже добавляет яйца. Ну что, приготовил, будет есть. Пока!